Слушай-ка, иди-ка к себе в кроватку, а проснешься, елочка будет починена, а подарочки будут под ней. Нет, слушай, подожди, мне не нужны подарки. Что за чепуха? Подарочки нужны всем на свете. Но мне нет, честное слово, лучше помоги моей маме. Помочь маме? Да, она работает так много и столько всего полезного делает для других. Хочу, чтобы она была счастлива. То есть ты просишь меня помочь маме? Ты же Санта-Клаус. Ты приносишь счастье, а оно нужно всем.